Сегодня в нашем городе в рамках празднования Года культуры стартует новый межведомственный проект под названием «Открытая книга». Его главная цель – повысить престиж чтения в современном обществе и познакомить читателей с новыми авторами и их произведениями. Проект предполагает консолидацию деятельности учреждений культуры и образования. План мероприятий, который утвержден постановлением главы, включает в себя мероприятия в образовательных учреждениях, муниципальных библиотеках с использованием как традиционных, так и инновационных форм работы. В рамках проекта в библиотеках и школах города будут проводиться акции, фестивали, библиотечные уроки, направленные на популяризацию книги. Проект носит статус межведомственного. В реализации мероприятий будут принимать участие как учреждения образования, так и культуры. В городских библиотеках пройдут недели юношеской книги, акция под названием «Библионочь-2014», карнавальное шествие «Читай Полевской» и областной конкурс «Книга в кадре» на лучший буктрейлер к произведениям современной классической литературы народов России. Ключевым мероприятием проекта является областной конкурс «Лидер чтения» 2014 года. Он организуется в образовательных учреждениях и в библиотеках. Это мероприятие направлено на повышение читательской активности, сохранение традиции семейного чтения, поощрение лучших читателей года. Конкурс пройдет в три этапа – школьный, муниципальный и областной. В Центральной библиотечной системе уже проведены 43 мероприятия, которые дали возможность подрастающему поколению приобщиться к творчеству и произведениям известного уральского писателя Павла Бажова. Для детей были подготовлены выставки, библиотечные часы и различные конкурсы. Интереснейший прошел литературный театрализованный праздник «Уральский сказитель» совместно с Центральной детской библиотекой имени Павла Петровича Бажова, носит это имя 55 лет уже, и Центра культуры и народного творчества. Праздник был театрализованный, поэтому были и сказы, и все. Зал небольшой, там было даже немножко тесно. В рамках проекта с посетителями библиотек будут проведены встречи с современными детскими писателями. Учреждения образования также не отстают от коллег и приобщают ребят к чтению. В детские библиотеки записываются целыми классами. Учителя вовлекают ребят в детские литературные конкурсы. Один из них – проба пера. Этот конкурс мы проводим ежегодно. В этом году он был приурочен к реализации данного проекта. Участвовали дети с 4 по 11 класс. 145 участников всего, 24 человека названы лауреатами, победителей мы здесь не называем, так у нас по положению, в четырех возрастных группах. Наиболее успешно, наиболее удачно участвовали дети школ номер 8 и номер 20. Проект «Открытая книга» призван идти в ногу со временем, предлагая все больше интересных мероприятий, направленных на популяризацию чтения. Системная работа должна вернуть детей к хорошему чтению, и здесь главные ответственные лица – взрослые, учителя и библиотекари. Хотелось бы, чтобы действительно как можно больше людей, наших земляков, узнали о том, что этот проект есть, то, что он широко доступен. Поэтому, я думаю, нужно приложить максимум усилий сейчас для того, чтобы и средства массовой информации нас поддержали в этом, да, и используя не только сайт управления образованием, управления культурой, а и сайты школьные, они у нас сегодня достаточно активно работающие. И вот по последней фразе, то, что Маргарита Васильевна сказала, городской родительский комитет, я думаю, что откликнется и тоже поучаствует каким-то образом в реализации этого проекта. Проект «Открытая книга» будет реализовываться в течение всего 2014 года. Ксения Балденкова, Наталья Рожкова, Сергей Чижов. Новости нашего города.